Александр говорит. Она еще не умеет прыгать, поэтому ее... Она еще не умеет прыгать, ясно.
Алексей, батарея кончается, батарея заканчивается. Какие волосы, боже, какие волосы, просто отлично. Thank you.
prevista, non c'è cosa che si c'è fronte al futuro. Александр Игоревич, как? Хорошо вам, да? Котиков там захватили, ну потом еще котиков сами. А, ну котиков отдельно, отдельно, да, возьмем, они с дельфином стреляться. Ну потом отдельно еще там. Ну да, отдельно, конечно. Пока остановить, сейчас ничего не идет, у нас батарейки. Ага. Ну меня снимите на фоне баста. Вот здесь почесался. Ага, ага. Ой, ну что? Да, да, да.
Да ну что ты? Встречайте, первая картина в Перне, Путин. Вот где я вам не
Можно. Я не знаю, что 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 я не знаю,
Ты будешь один фотографироваться или после тебя еще кто-то будет на наш фотоаппарат? Нет, нет, нет. На свой, я. На свой. Две гривны. Ну, обе. Так, это 7, да? Да. 7, а у нас 30. Молодой человек, вам надо это делать. Это такие вещи даются... Ну, вытягивать их не надо, это уже выполненные элементы. А в твоем сколько стоит? Тоже 5. Просто если по очереди. Пойдем все. Нормально, поехали. Да? Ну да, все нормально. Меня вы можем не вести? Ну, уберем. Уберем котика, а вы потом спокойно. Хорошо, хорошо. Ну, молодец. Ну да, ну это танцуй, танцуй, давай. Потанцуй, потанцуй. Ну да, потанцуй. Вот он такой хороший. Вот. Ой, какой артист. Танцуй вот еще. Алло, кто любит? Сейчас же заведем в круг, и выставите одного.
Ой, Александр, жми чуть-чуть меня, чуть-чуть еще. Руку поставьте на голову. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, как она видит. Время, я не все. Я не прав.